А вы меч покажете? У нелюдя, у него это, от природы наклонность, чтобы стать разбойником. У всякого нелюдя. Вы видите то же, что и я? Мой живот. Вечная боль. Как больно. Вы видите то же, что и я? Поцелуй пса под хвост. Тебе чего? Только не это. Сука. Странно. Тоже это тайник. Выслушай мою молитву. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Это можно подвинуть. Что-нибудь наточить, перековать. Мне надо изготовить... Прощай. А сыночек ее фисштыхом торгует. Скандал! Таких мерзавцев... Вознесем же молитвы силе вечного огня, защитника нашего города. Только несокрушимая вера в мощь этого пламени может принести нам победу. Помните, люди, один неверный может причинить больше зла, нежели тысячи верных добра. А второй меч у тебя на случай, если... Да будут ваши глаза и уши открыты, ибо зло не спит. Спасем наш возлюбленный Новиград, наш вольный город. Сил нет. Обмен, похоже, не удался.
еще один страшилок. Не откладывай на завтра, купи сегодня! Сколько налогов на стражу уходит? От Европы до Драконьих гор. Как дела, Кося? Скучала по золотой старушке? Что же ты? Даже воды не выпила. Ну, цып-цып-цып-цып-цып. Повторяй, добрый крекер, добрый. Ну вот и ты, наконец, познакомился с моей... Пусей. Она вот-вот заговорит. Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя? А, купил на распродаже вещей какого-то чародея. Охотники за колдуньями вместе с вечным огнем устроили на него засаду и выкурили беднягу. А барахло его выставили на продажу. Я там как раз проходил и увидал клетку с совой. Ну да, не смог устоять. Ясное дело, не смог. Только Лютик сейчас важнее. Ты узнал что-нибудь? Сначала расскажи, что у тебя. Пара синяков, порванная куртка. А так ничего особенного. Я ни у одной не задержался. Видели его давно. Узнал только несколько лютиковых штучек для соблазнения баб. Да все какие-то сомнительные. Тогда у меня есть кое-что поинтересней. Так чего ждешь? Я весь внимание. Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. И, кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из Ковера, кажется, трубадурша. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. Ясно! Это Присцилла, кто же еще? Золтан, а ты знаешь, что попугая из совы не сделаешь? Сделаю, сделаю! Ты обернуться не успеешь, как она с нами в гвинт будет резаться. Все-таки мы хотели поговорить о Лютике. Ты узнал что-нибудь? Сначала расскажи, что у тебя... Пара синяк, а так... Ну, рассказывай, я весь внимание. Знаешь, как он соблазнял студентку факультета естественной истории? Расспрашивал ее об обычаях троллей. А куда водил кухарку из Страстоцвета? На тракт Новиград Оксенфурт, который как раз ремонтирует. Он часами смотрел, как дробят камни для новой мостовой. И еще втирал ей, как это романтично. Да. Я-то в людских бабах не разбираюсь, но такой бы и краснолюдкой наскучило. Стареет у нас поэт. Ой, стареет. Может и так. Или он все делал с умыслом. Ты говоришь так, будто что-то разузнал. Девушки не видели Лютика уже давно. Утверждают, что он странно себя вел. И, кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из Ковера. Кажется, трубадурша. Зовут... Это Присцилла. Кто же еще? Почему ее не было в списке? Понимаешь, с этой Присциллой совсем другое дело. Лютик ей вроде как обольщался. Он влюбляется в каждую вторую. Как бы тебе объяснить, кого Лютик любит больше всех? Себя. Ну вот,
а она точное его отражение. Ну что можно сказать, нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. Эта девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Присцилла работает вместе с труппой Ренары Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в Зимородке. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. Почему у вас такие странные глаза? Только не это. Ты уже здесь? Заходи, давай сядем где-нибудь. Сейчас начнется. Сне твой видеть ложь.
судьбе, когда в желанье я облёк влеченье, не полюбила ли ты во вред себе? И снов моих с утра бежишь проворно, крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный, фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Тише, женщина! Мы на концерт пришли. Убийца? Война идет. Вот люди и умирают. Идите спорьте в другое место. Опять одни дрязги. А говорили, это пристойное заведение. Насколько я знаю Геральта, он скорее спасет чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасет? Он же убийца. Золтан, спокойно. Выход вон. Снаружи разбирайтесь. Пойдем. Дайте мне послушать музыку. Культурная столица, сука. Давай я тебя представлю. Присцилла, известная как Цираночка. Столь же прекрасно, сколь талантливо. А это... Геральт из Ривии, я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся. Ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак, влюбленный в чародейку. Или следует сказать, в чародей. Вижу, Лютик все подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого? Очень забавно, правда. Ну, до свидания. Не туда. Давайте за мной. Для всех этих предосторожностей есть причина? Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налет на казну Сигеровина. Ой, мотыляш, за ногу! И больше я его не видела. Ровин? А это кто? Высокий, толстый, опасный хер. Хромает на левую ногу. Хромой скальный тролль? Если бы тролли были чертовски сообразительными и имели криминальный талант, тогда, пожалуй, да. Лютик и налет на казну... Я бы меньше удивился, если бы он дал обет воздержания. Правда? Он как-то забыл заплатить за вино в пассифлоре, так 3 дня потом уснуть не мог. Нервничал. Что ему вступило? Он влип в долги? Он говорил, что должен кому-то помочь. Дело, не терпящее отлагательств. Он вроде так это описал. Но имен не называл. Нет. Но зная Лютика, речь скорее шла о ней. Наверняка стройная... И с обширным бюстом. Надо полагать, налет не удался? Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Значит, вроде как нет. Я спрашивала о нем в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка-младшего, и что ублюдковы люди гнали потом Лютика через весь город. Ублюдок-младший? Что-то не знаю такого. Самый большой хрен в Новиграде. Не буквально, а в смысле... Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал?
Он засел в печенках уже у всего города. Это один из тех четырех, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе, собственно, с Сиги Ройвином, Карлом Варезе и Королем Нищих. Неплохой номер. Хорошо еще, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы и началось. И снова я должен спасать Лютика, а? Может, к нему наняться, жалование за это получать? Знаешь, ему сейчас не до смеха. И мне, в общем, тоже. Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиги Ройвином. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвина собственные бани. Только смотри, это опасный тип. Я тоже. А вот Лютик нет. Поэтому прошу тебя, поторопись. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. Похоже, мне здесь делать нечего. Я в Шалфей. Накормлю Пусю и буду ждать. А ну как Лютик сам вернется. Будьте здоровы. Геральт! Как ты познакомилась с Лютиком? На поэтическом турнире в Эландере. Конечно, я и раньше слышала о мастере Лютике. И, разумеется, сперва он показался мне надутым, самовлюбленным фанфароном. Только сперва? Я изменила мнение, когда он подошел меня поздравить. Я не думала, что он будет так любезен после поражения. Лютик может раздражать. Но бывают минуты, когда я понимаю, что он умеет быть честным и благородным. Если бы не это, я бы с ним, наверное, не выдержала. Понимаю. До свидания. Охотники за колдуньями займутся.
Да. Граф Курт Диссон? Ты по поводу объявления? Ты хотел нанять ведьмака? Да, но никакого попало проходимца. Об этих психопатах из школы кота такие слухи ходят. А ты к какой школе принадлежишь? Школе волка. А, да, хорошая школа. Знавал я одного ведьмака оттуда. Варрава. Нет, как-то на В. А в общем, не важно. Перейдем к делу. Недавно я приобрел имение к востоку от Новиграда. За бесценок. Потому что прежний владелец, чародей, сгорел на костре месяц тому назад. А теперь я выяснил, что дом, ну, вроде как, с привидениями. Понятно, почему такая спешка. Я-то ни в каких духов не верю. Но мои люди говорят, что по ночам здание трясется так, что штукатурка сыплется и даже земля движется. Можно с этим что-нибудь сделать? Сперва обсудим мое вознаграждение. Я извиняюсь. Ты еще за работу не взялся, а уже говоришь о награде? Я хочу убедиться, что это дело стоит моего времени. Вы на него посмотрите. Приехал такой в Новиград и сразу убедиться хочет. Ну ладно. И сколько, по-твоему, это будет стоить? Идёт. Я могу это проверить. Как туда попасть? К имению примыкает сад. Да и сам дом узнать несложно. У него все стены в трещинах. Вот тебе ключ. Удачи. И куда вы так спешите? Короче, ежели тебе сегодня кто жопу лижет, завтра за нее же укусит. Тьма! Что за тьма? Ты меня подпоить хочешь? Если бы я хотел тебя подпоить, мы бы не пили Кот де Блесу. Почему? Оно слишком дорогое. Говорят,
так скоро устроим. Из чего ты тут будешь жить? Чудовищ-то нет. Да, городские власти делают все, чтобы отвлечь людей от проблем. Зимородок. Откуда такое название? Оно навеяно поэзией мастера Лютика. Может, знаешь? Зимородок — птица чести, что увяз в отхожем месте. Да, слышал. И о принцессе Пенелопе, что топилась в речке, Зопе тоже. Ну, во всяком случае, зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Чем сегодня кормят? До свидания. А я всего одну выпил. Само твое присутствие оскорбляет вечный огонь. Я по поводу заказа. А, какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. И как выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Так вот эти убитые выглядели именно так. Сперва поговорим о плате. Я знаю, сколько стоит моя работа. Ладно. Пожалуй, столько я тебе заплачу. Если ты все сделаешь в лучшем виде. Тела уже захоронили? Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доках. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами на награду. Милый, а что у тебя такие седые волосы? Порядок есть порядок. Держитесь вместе!
Ты медик. Чем могу помочь? Я расследую убийство стражников. Кажется, ты проводил вскрытие. Так тебя наняли этим заняться. Хорошо. Помогу, чем смогу. Ты видел на телах следы когтей или клыков? Клыков, когтей не было. Разве что следы ногтей. После развлечений с девками. Где нашли последнее тело? В переулке. У дороги из доков в район красных фонарей. Его там бросили посреди ночи. Надо будет там осмотреться. Я слышал, что тела были высушены. Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Останки действительно были высушены, но, может, они пытались поймать чародея, и тот наложил какое-то гнусное заклятие? Это было похоже на обезвоживание? Нет. Даже не знаю, с чем это сравнить. Спасибо за помощь. Я осмотрю место, где их нашли. Удачи. Выходи на бой! В этот раз ты так легко не отделаешься! Да ты приятелей привел. Они что, все деве ягодки обед приносили? Нет, справедливее будет, если мы выйдем на тебя сам третий. Да? Да, ибо ты обманул. Ты не сказал, что ты ведьмак. Идите лучше домой. Распитесь. Утро вечера мудреней. Это верно. Не знаю, как вы, а меня что-то в сон потянуло. Там для нас ничего нет. А. Рядания? Лишь бы платили и не били. Ты будешь отлично нашли здесь. Может, тут остались какие-то необычные следы. Подкованные сапоги стражников. Мне интересно. Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят.
Свет ведет к хромоножке Катарине. Ну что? Ну как? Все ж таки на мутанта нашла охота. Ты слышала про убийство стражников? Многие тут умирают от удовольствия. Говори правду. Этот суккуб, он помогает с клиентами. Доходы растут. Знаю, что он опасный, только не знаю, он ли убивает. Суккуб. Где его найти? Я его поселила в одном доме. Здесь, неподалеку. Вот ключ. Можем сделать это здесь или пойти ко мне? О, волчок. От Веруги до Драконьих гор. Кто ты? Ты когда-нибудь слышала о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников? Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать и не привыкла убивать без причины. Тебе придется покинуть город. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу перемен. Надо же было так сглупить. Мне придется соврать, что я убил тебя. Обычно я приношу трофеи. Хорошо, возьми это. И еще вот. Сейчас я очень зла на тебя. Но знаю, что когда я буду уже далеко, злость пройдет.
меня в руках полно работы. Один раз так набрался, что из ушей пионер. Еще поставите в пример. Какой красавец. Пам-парам, пам-пам, пам-парам. Чтоб тебе домовые в суп насрать. Я тебя люблю. А сука, сам не знаю. Я тебе уже говорила, иди отсюда. У меня будут неприятности. Куда мне идти? О, люди! Когда я тебя не вижу, остается только вздыхать и плакать. Плакать останется, когда тебе наш сутенер шею свернет и сбросит в канал. Мама твоя будет плакать. Эй, красавчик! Стражников убил суккуб. Суккуб? В Новиграде? Но свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, суккуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательства. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Играл в последнее ублюдка младшим. Я перестал туда ходить с тех пор, как мне продали разбодяженный фиштах. Это хорошо. Говорят, Вилли поссорился с остальными из большой четверки. Он должен быть или очень глупым, или очень сильным. Кажется, у него очень сильные козыри.